Хватило все-таки солнышка в Винсерхайде для того, чтобы досталось его достаточной мере участницам 10-километровой гонки с общим стартом. Классическим ходом в рамках тура СПИ 4 и 7 стартов. И первый по-настоящему серьезный дистанционный. Легенький морозец и раздолбили не очень толстым слоем снега, укатанные здешние легендарные горнолыжные трассы, развели в бугры жесткие местные катачики, и там, увияя лаз, вот на таком слое, довольно специфическое удовольствие сейчас получать тот, кто там остался. А у женщин 3 километра 100 метров продолжительной протяженной круга, и плюс к этому стартовый мини-круг 629 метров, тесный, травмоопасный, чреватый плотным инвентарем. И все сразу дружно обращают внимание на то, что старым такой и присутствует, но на стартовой полине отсутствует Марит Бёрген. Бёрген закончил свои выступления, хотя она и начала по старым номерам в стартовом протоколе. Все получилось как-то для многих неожиданно. И с другой стороны, все замечают какую-то динамику прошлогоднюю, поэтому спрашивает себя, как Марит, в самом деле она приморгнула, и это какие-то тактические дела. То есть и там не подвергали ее проблемы с сердцем в прошлом году, тоже, как вы помните, хотя доказательства этому приводились, и они примерно датированы тем же сроком, плюс-минус. После чего она здорово вернулась на вторую половину сезона. В этом году вчера, ну, с одной стороны, может, и выглядит как это тактическая хитрость, с другой стороны, все, кто видел лицо Марит Бёрген, когда она провела часть четвертьфинала, она рыдала просто горючими слезами, и было видно, что она просто плохо себя физически чувствует. Выяснилось, что так, здесь аккуратно, девочки, пожалуйста, так, иначе тоже едва не летали. Писар считались, это там и хованный скоростной поворот из Дерхайда в трассы. Так вот, Бёрген и ее представители ссылаются на лужный кишечный вирус, который вроде бы стал вступать, и, в принципе, она сегодня более-менее по медицинским показателям просто не рекомендована ей стартовать. Не то, что было абсолютно нельзя, но она чувствовала некоторую слабость за волнительную, в принципе, уже приняла для себя решение, касающееся дальнейшего неучастия Тур де Ски вчера. Ну и она говорит, что надеется, что это ей позволит нормально подготовиться к олимпийским играм, и будет формула недоумчательно вещать и помогло. И на этом она упаковывает вещи и вещает отсюда, расчищая дорогу в первую очередь своей напарницы и теперь лидер команды Норвегии, которая пока вынуждена выбираться из глубины. Это Йохаук, идет, как вы видите, 11 номером, и этот 11-й бип выводит сразу в голову основной группы. Йохаук проиграл 46 секунд своей напарнице Инг Осберг, но Осберг все-таки не до такой степени универсальная гонщица, и чуть помладше она, и так и прочее все-таки делает. Ну и хороший спасный скор, расхватительница, просто гениальные. Вспомните, это дежурный выполнение для Йохаук. Все это по сумме делает ее практически единоличным фаворитом этих состязаний. Вот тогда не вышла изначально на трассу Хала. Брал другую стратегию подготовки, когда обиженная тем, что нынешний тур скидов, по сути дела, круг для гонкистов из-за плохой погоды, из-за недостаточных возможностей делать нормальный круг дистанционный в Обихофе. Снялась Ковальчик, и теперь снимает еще Бёрген. Но есть Якобсен. Правда, она не такая классная гонящая, но безусловно идет свой лучший сезон после своей тяжелой травмы на мультибайке. А теперь сейчас становал четвертый в генеральной классификации и по списку классификации провел 9 секунд. И ползал всего-то на все. Денис Эрман, радующая немецкий бой еще, правда, все-таки агентированный на больше коротких фитов. В данный момент проигрывает 2,3 секунды. Фюлен, 5,23 секунды. Эти позиции отражены номерами стартовыми. Все уступают, в принципе, по теми биоми, в которые они заработали в встаче. А Софи Колдуэлл довольно неожиданно 6 место и 34 секунды дефицита. Анна Эриктон, садящая постепенно здесь 40 секунд. Ну и вот в данном случае, естественно, рост. В отсутствии дистанционного лидера российской сборной, который становится нашей главной надеждой, и пока, по крайней мере, по ходу этой гонки, кого является Ирина Едведева с 36-й позиции, исключающейся в 20-ю сильнейшей. Но, конечно, говорить, как все займут шансы в общем счете ТДС, и, в принципе, всегда проблематично для женской сборной России, но последние годы, по крайней мере, сейчас и тем более. Поэтому наш фокус внимания сосредоточен на других. Айку Сарин не списываем со счетов, и посмотрим, как она пройдет эту пробу. Она задавала и достаточно уверенно принялась в головку этой группы. У Айна Кайса призера и на один раз. Тур доски 14-й стартовый номер, 52 секунды в дефиците Джет Дэггин, старающий будет универсальный. Приемница отсутствующий Кихен Рэндалл, 54 секунды в дефиците. Это Нискана. Бойкая финка, хорошая классистка, 16-й стартовый номер. И вот увидите, она сейчас до правого края трассы, по крайней положении проиграется уже, так вот уже чуть-чуть сильнейших. Да, ты мягкий, где? Да, ты мягкий, похоже, поймает сейчас просветик. Есть еще за одной Медведеву. Тем самым. Призой у Фина, вот видите, массовый рисунок спортсменок, и помните то, что обратите внимание, как далеко по Скопору. Скопор дарит более не цепь, хотя и несколько менее агрессивно, чем в прошлом году взяла сезон. Сейчас Геврик, который первым номером бежит, вываливается постепенно, вот видите, оно уже сейчас относительно все-таки головы этой группы, да, найдет, если бы пилотоне, поскольку пилотон здесь в горку коррессорался. Вот там самая Стейра, например, борется, это видно. Хотя тоже она только 42-я, что и соответствует ее классу. Но она, по крайней мере, пытается выгрести и старается зацепиться в этот пилотон. А Скопор, мне кажется, осядет неизбежно. Хаив, пока знаешь, замкает вот эту группу. Более-менее компактно идет шведская. Финская сборная пропорождения шведская, как-то проблематично все. И собака, не набрав общей усталости, еще и сдержится. Монадолго это. Сборная Германии тоже теряет, пока не дойдет. И Герман, вы видите, рискует поймать просвет. Все дальше и дальше. Она, но это предсказуемо.
Вот еще очень коварный участок. Вы видите, что здесь толпа жестче, по мере того, как уходит солнце. Здесь более-более остатно, и мужчины здесь уже наяли, цепляясь за снежок. Слава богу, женщины успели растянуться. Норвежки задумали тотальное здесь преимущество. И ты первых метод для себя, судя по всему, но Финки с этим не согласен. Ты на три именно так, склинившийся и пока держащийся мертвый Патрик Эйтон. Который немножко тяжеловато по такой трассу, не знаю, посмотрим, как это высутся или нет, это 10 километров и не забирал. Вот, прямо скажем, в нашей пит-аудитории Олег Тиньков появился. Сейчас у нас нет дел трансляций. Смотрим вместе лыжные. Спрашивает по общему линии или по очкам общий зачет с ПДСК. Обмениваемся еще с поздравлениями Нового года. А что касается зачета, тут все очень просто, это временной зачет. Не простота заключается только в том, что здесь квалификации промежуточные фиши. Промежуточные фиши у женщин тоже есть, это отличие от мужской групповой гонки. Один на втором круге располагается. Ну и квалификации за три первых места на основном финише. Каждого этапа дистанционного, по крайней мере, 15-19 секунд с общего времени. Но пока, по крайней мере, больше несколько разборок между мужчинами формировался до сегодняшнего этапа. Но увидели, наверное, как Катулай. И в результате смена лидера произошла. Здесь есть сингл-позрик, не очень настроен на рекомендуют. Ну и первая четверка вписывается в 10 секунд. То есть это даст возможность хорошим фишерам даже прорваться, если потом все были некомпактно забиты. Разрыв таких больших уж не ожидают. Вспомните, какой был групповой навал. Хоть порвались, не подставы пишут, что порвались. Молодцом привел себя Полторанин, как отличный финишер. Но ему чиной аплодировали перед сборной России. Приводили уже на подиум на таком серьезном уровне Станислава Форбса. Война не сдается и пытается вырваться из вот этой кучи. Надо было чуть раньше это предпринимать, сейчас переложить в первую голову, будет уже проблематично. Она хорошо себя чувствует, идет по левой крайней, не самой крайней, но видно, хорошо там. Лыжня находит себе отличный попутчиц. Слера видит не группу, а Эрман продолжает садиться и садиться. Это не Эрман уже пропустила. Вот на черной майке лидера спитерного отчета. Ну и в общем вполне спринтерманной является Катрин Селлер. Не составляет ей компании. Но и резко стававший Нимки, порадовавший свою аудиторию болельческую в начале. Здесь тоже этот уход. Порезанные лыжни, не оставить бытовую. Жол. Между ебом зимой повисает. Ну и Сейра, и Сейра. Все-таки, будучи потянувшейся подсетка, она как язык первой очи. Так, еще тут там, значит, все тесался. Довольно успешно Ольга Пучкова. Практически уже объединилась с Полиной. Но этот просвет уже образовался, образовался окончательно. Даша в любой группе, где находится Юхаук, этот Энерджайзер, это ее официальная кличка. И если вы забыли, из-за чего это так, то посмотрите еще раз, как она работает лайской. Мало тебе, мало. Там временно его копает, копает. Но я бы очень все-таки порадовался в очередной раз Африк Сакутенс. Но здесь, видите, сразу извинтивает и чистота. В своем блюде, в своем стиле действует мастер, большой мастер групповых гонок. Это Йохау. В пару как ровный. И всех разбирает. Разрушает все практически окончательно в этой горе. В то время как Финки тут более размажется, и это может стать определенным серьезным фактором, честно говоря. Потому что как-то они по накатите поровнее, и еще более половины дистанции у них меньше, затат. Кюлан теряет там, как-то уже все свершилось. Но две финны сумели отобраться. Йохау совершенно откровенно пытается сбежать. Ну, обратите внимание, очень-очень хорошо видно в эту гору, какая затратная у нее работа. Чуть не забыл, что же Гладька уже почти перешла на диагональный какой ход. Четыре норвежки против двух финок. Эриксон так и обязано было произойти. Ох, операторская работа здесь. Не расслабишься. Рикс еще не сдается, но все, уже исчез там Петуля, уже на изи. Одна из самых взрослых конкурентов, особенно гонщик на сегодняшний день. 134 года. Вирби Куйтенен создала темп, задала ритм этим накатенным достижением самого их рождения. Ну что ж, Нискенен выигрывает промежуточный финиш. Саня тоже очень неплохо финишировала, возникает только вопрос, стоило ли на это тратиться, учитывая, что она... Она бы суммарно как-то задействует это движение, но здесь видишь, что мужчина, группа в целом была гораздо более плотная, Кузюкова отличается в десятке сильнейших, только ли за премиальными очками, за премиальными секундами, прошу прощения, пошла она или планирует дальнейшее движение, но дальше пилотон, который ее подберет, я думаю, здесь небольшое время. Жесткие трассы, очень неплохое состояние, ее просто не вызывает никаких намеканий, швейцарское качество, извините за этот штамп. И продолжила, Нискенен вызов этот финиш, продолжила, фактически не сбавляя, похоже, ни Якобсен, ни Йохаук, ни Хайтвен к этому не были готовы. Это у них инфекционные секунды. Вплоть до 10-й позиции. Генный Луктова в очередной раз показал свои шпитерские данные, но спритерская редкость еще не гораздо лучше, чем вообще на качественности. 42-й старт в Кубке мира у Нискенен. Ни одного подиума пока на счету нет. И может быть это ее год. Классика, ее дисциплина. Но Сарнин, конечно, обслуженность с Нискенен нет сравнить. Пытается заранее сбежать от навежек, понимая прекрасно, что и Венка подает жарим финишем. Йохау, что касается Якобсен, то как-то напрыть его именно спринтер и потерял несколько последнее время. Хотя первая медаль взрослая и достижение, которое сразу все-таки слишком щедро вас и выдало, это звание чемпиона мира 2007 года.
Йокаук возвращается именно с Флакин в спине. Не пускает Йокаук, но обратите внимание, что сейчас более розовая такая растянутая физическая подметка, нежели Йокаук. И на этих холмах это пока дает ей преимущество. Поймали ее. Далее ряду все-таки не пустили. Насколько серьезные физические затраты потребуются от Йокаук для того, чтобы играть этот свет. Но если пустят, если здесь командная тапка. У норвежцев никогда. У норвежцев они отнекиваются, но, судя по всему, она прослеживается периодически. У шведов не всегда это говорят открыто, что у них командная работа выстроена таких групповых, как всегда. Поэтому здесь небольшой сюмбр, поэтому как раз догоняет Йокаук, не может никого дегировать вместо себя. 19 минут идет гонка и входит в свою решающую фазу. Две финки, три норвежки. Все, список претендентов на призовые места исчерпан тем самым. Эриксон. Ну, Эриксон вообще старшорка по самому большому счету. И то, как она рвалась на первом спринте, это немножко тоже прыжок такой выше головы. И показывает нам, какова виртуальная ситуация. В общем, дойдете, но она сейчас очень трудно уловима, потому что надо же учитывать и чистое преимущество и отставание по итогам этой гонки. Разведки здесь формируются большие. Молодцом Кузюкова. Опытная гонщица. На своем лучшем этапе Кубка мира, пробивавшийся в десятку сильнейших. И сейчас демонстрирует свои хорошие, имеющиеся, всегда имеющиеся в Питерсе данные. Подрел очко на прыжке. Пытается из основной группы избежать основной группы. Уже вот этот отрыв везет не меньше 15 секунд. Очередной штурм горы и лучшая пора восходительницу. По крайней мере, сидит, кто остался. В этот тур доски Йокаук пытается сбежать. Не обладает свой филигран. Никто книга не обладает. Вин вынужден под трой. Как Финка, она пытается сбежать в гору. Финка очень четко блокирует ход выводы. Обратить по кругу. Особо не представляется возможным. Уже все на подпределе идут, а все хорошо известно, на каких пульсах по 190 работают такие горы Дреда Йокаук. Каждый раз играют на долго ли упасть, но передали нам честно показывают на экране. Хотя, в принципе, спонсор находился, но ответы не очень хотели. Острый финишер Венг, заряженный здесь, за Айни тоже хорошо зацепилась. 15 секунд отставания, превращается уже больше. 18 и накатывают Эксен Кьюн, на нее с легкой приходит проходит. Но Обер, которая вчера прыгала просто ковриком. И все издания лыжные обошла эта фотография, когда она там в воздухе висит, как ёлка и тяга. Она думает, несчастлива, но она в своем длинном достаточном интервью на Лешке Плисе сказала, что создает, что эта майка на ней долго не задержится. Поэтому она счастлива примерить ее, ну и потом отдать достойнейшей. Не против, чтобы эта достойнейшая оказалась в составе ее команды. Низганен берет на себя весь груз из воза вот в этой группе. Ни на кого не оглядывается, и так ощущение, что задумал большое продвижение в общем зачете, за счет чистого преимущества здесь. Ну и реализация рукота, по крайней мере, острых финишеров из сборной Норвегии. Сарнин только шагает. У Сарнин давно уже так с питерских стасей, да и в самом начале было не так много. Но вход и выносливость, физикинность не вызывает никаких сомнений. У меня такое ощущение, что Якобсен держит в уме именно весь тур восстановления. То, что она уже где-то после завтрашних дней в Италии, она уже расслабляет, как будет останавливаться в день отдыха. Ну и вот, посмотрите еще раз на эту большую группу для того, чтобы убедиться в том, что Валентина Шевченко, которая еще лучше, еще ближе была 6-й номер украинской Примы, многолетней, но по-прежнему не растратила свой потенциал, и что он по-прежнему в каких-то топовых статах может собраться и показать интересные силы. Заигрались немножечко в тактические игры в этой группе. И пилотон стал привлекаться, съедая мелкие формирования по пути. Основная группа все больше и больше. Но здесь просто засечка времени, здесь уже никаких бы бонусов не будет. Хотя были предложения на каждом из рук делать промежутки, я не знаю, почему это отказались. Оль подустал, в общем, при том, что, в принципе, каких симптомов острой закисленности мы не наблюдаем. Но общая тяжесть, в особенности в движениях плеч, это все заметно. Старенька не смело вошла в серию этих виражей на раскатанном пространстве, а кое-где уже подъединяла даже. Но, в принципе, пришли это держит характерно. Все говорили большое спасибо. Потому что снег довольно давно не выпадал, опасные очень виражи, едва не оказывается пределами трассы Тереза Йокаук. Ну и включается в этот момент Якобсен. Сидел в засаде, сейчас пошла отталкиваться по длине помощнее, встраивается за финкой. И продолжает купить в одиночку впереди. Вообще нынешний тур доски дает возможность проявить себя тем, кто исповедует атакующей силы. Начиная со спринтов это было, это наблюдалось. У кого большой запас, Саринин неплохо, очень плохо выглядит. Но все подхватили эту сумасшедший ритм в гору, и она планировала контратаковать гору Прамукаев. Оказалось, что контратаковать решили практически все. И она повисла. Ничего лучшего здесь не приобрела в эту гору. И более того, тройка начинает постепенно формляться. На выходе великолепно работает финский инвентарь. И чуть-чуть, не настолько, прям-то очевидно, чуть-чуть приезжает Саринин к лидирующей группе. У Венг же, ну, в силу того, что, может быть, она компактнее будет, конечно, чем Майков. В этом случае она потеряла драгоценные тяги до секунды во время финишного броска. Ничто не бывает лишним. И вот она видит. Могла бы суммарно как-то задействовать это движение. Но здесь вы видите, что у мужчин, ну, по целом, была гораздо более плотно. Кузькова отличается в 10-й сильнее. Только ли за премиальными очками, за премиальными секундами, прошу прощения, пошла она или
планирует дальнейшее движение, но и дальше пилотон, пока ее бьет ему через небольшое время. Жесткая трасса, очень неплохая состояние ее, просто не вызывает никаких американских штатов, кажется. Извините, за это Шам. И продолжила. Нискинен вызывает этот финиш, продолжила, фактически не избавляя, похоже. Ни Якобсен, ни Йохаук, ни Хайди Веб к этому не были готовы. Это были инфекционные секунды. Вот до 10-й позиции. Ян Бултова очередной раз показался и спринтерские данные, но спринтерка я скажу не гораздо лучше, чем вообще на качестве. 42-й старт Кубки мира у Нискина. Ни одного подиума пока на счету нет. И может быть это ее год. Классика, ее дисциплина. Но с Арине, конечно, условия список Нискина не сравнить. Пытается заранее сбежать от норвежек, понимая прекрасно, что Ивенко обладает финальным финишем. Йохао, что касается Якобсен, пока на впрыть, именно спринтерка потеряла несколько последнее время. Хотя первая медаль взрослая, и достижение, которое сразу все-таки слишком щедрый аванс ей выдало, это звание чемпионки мира 2007 года в юниорском возрасте среди взрослых, именно с классики, но в спринте. Не пытает Йохао, но обратите внимание, что гораздо более рослая, такая растянутая финская спортсменка, конечно же, Йохао. И на этих холмах это пока далекие преимущества. Поймай. Далекие отрывы все-таки не упустили. Насколько серьезные физические затраты потребуются Йохао для того, чтобы закрыть этот просвет. Многие спросят, есть ли здесь командная тактика. У норвежцев никогда. У норвежцев они отнекиваются, судя по всему, она прослеживается периодически. У шведов они всегда это говорят. Открыто, что у них командная работа мысленно на таких игровых гонках всегда. Поэтому здесь большой счет сумур, и поэтому как раз догоняет Йохао и не может никого выигрывать вместо себя. 19 минут идет гонка и входит в свою решающую фазу. Две финки, три норвежки. Все, список претендентов на призовые места еще по годам. Эриксон, ну, Эриксон вообще стажерка, по самому большому счету, и только прорвалась на первом спринте, это немножко тоже даже такой выше головы. И показывает нам, какова виртуальная ситуация в общем зачете, но она сейчас очень трудно уловима, потому что надо же учитывать чистое преимущество или отставание по итогам этой гонки, а просветы здесь формируются большие. Молодцов, Кузюкова, опытная гонщица, на своем лучшем этапе Кубка мира пробивавшаяся 50 сильнейших. И сейчас смотрю свои хорошие, имеющиеся, всегда имевшиеся спринтерские данные. Подрезал очков на прыжке, пытается основной группой побежать, но основной группе уже в этот раз так везет не меньше 15 секунд. Очередной штурм горы и лучшая горосходительница, по крайней мере, среди тех, кто остался. В этом турецке Йохан пытается сбежать, не обладает такой филигранной техникой, не обладает длинной выносливой мускулатурой. Финка, она пытается сбежать гон, но Финка очень четко блокирует все ходы и выходы, а обратить по кругу особо не представляется возможным. Уже все на подпределе идут, а всем хорошо известно, на каких пультах 190 работают, какие борды это Йохао. И каждый раз все гадают, надолго ли его хватит. Но перестали на ЧСФ показывать на экране. Хотя, в принципе, спонсор отходился, но атлеты не ушли. Острый финишер Вэнк. Заряженная здесь, Зарина тоже хорошо зацепилась. И 15 секунд отставания превращается уже больше. 18 секунд накатывает Эрик Антон, и он с Юкой потихоньку проходит. Но Лосберг, которая вчера прыгала просто кузриком. И все Италия лыжные обошла эту фотографию, когда она там в воздухе висит, как белый ягод. Она была безумно счастлива, но она в своем длинном достаточно интервью норвежской прессе сказала, что осознает, что эта майка на ней долго не сдержится. Поэтому она счастлива примерить ее. Ну и потом отдать достойнейшей. Не против, чтобы эта достойнейшая оказалась в составе ее команды. Нискинен берет на себя весь груз извоза вот в этой группе. Ни на кого не оглядывается, и такое ощущение, что задумал большое продвижение, в общем, зайдете за счет чистого преимущества здесь. Ну или обязательно Люката, по крайней мере, поспех финишеров из сборной Норвегии. Саня только шагает. Саня давно уже нет таких спринтерских скоростей, да и там в начале было так много. Но ход, выносливость, резистивность не вызывает никаких сомнений. Мне такое ощущение, что Якобсен держит в уме именно весь тур восстановления. То, что она уже где-то после завтрашних дней в Италии, она уже раскладывает, как она будет восстанавливаться в день отдыха. Ну и вот, посмотрите еще раз на эту большую группу для того, чтобы убедиться в том, что Вахтин Шевченко, это бы еще лучше, еще ближе была 6-й номер украинской примы в обновлении. Она по-прежнему не растратила свой потенциал, и что она по-прежнему в каких-то топовых стартах может собраться и показать интересные секунды. Заигрались немножечко в тактические игры в этой группе. И пилотон стал передвигаться, съедая мелкие формирования по пути. Основная группа все больше и больше. Но здесь просто засечка времени, здесь уже никаких бонусов не будет. Эти были предложения на каждом кругу делать промежутки, я не знаю, почему от этого отказались. Ольга подустала, в общем, при том, что, в принципе, таких симптомов после зависимости мы не наблюдаем. Но общая тяжесть, особенно эти движения рук, плечи, это все заметно. Старенька как-то не смело вошла в серию этих виражей, на остатном пространстве ей же подлинило даже. Но, в принципе, плечи нет нигде, как активно. Все говорили большое спасибо.
потому что снег уже давно не упадал. Опасные очень виражи, его не оказывается в пределе трассы. Разъехал. Ну и включается в этот момент Якобсен. Сидел в засаде, сейчас пошла отталкиваться по линии почнее. Встраивается на Финка. Финка продолжает лупить в одиночку впереди. Вообще нынешний тур СИ дает возможность проявить себя тем, кто исповедует атакующие силы. Начиная со спинтов, это было, это наблюдалось, у кого большой запас. Саринин неплохо, очень неплохо выглядит, но все похватили этот сумасшедший темп в горы, она планировала контратаку этого гору по правому краю. Наказалось, что контратаковать начали практически все. И она повисла, ничего лучшего для себя не приобрела в эту гору. И более того, тройка начинает себя нафармляться. На выкате великолепно работает финский инвентарь. И чуть-чуть, не настолько прям это очевидно, но чуть-чуть подъезжает Саринин, лидирующий кубки. Лэнгже, в силу того, может быть, она пока папнее будет, конечно, чем Айко. На этом спуске она потела только на 10 доли секунды. Во время финишного броска ничто не бывает лишним. И вот она финишная рима. Нискен. Смотрите, как мечит Йохаук. И не может ее накатить. Амплитуда меньше. Нискен как будто резал. Как будто просто машет, отталкивается от воздуха. И она выигрывает финиш. Йохаук. Венг. Такое ощущение, что все-таки не власть сегодня достаточно свежая. Это было достаточно остро. Жукова сейчас демонстрирует свой спринтерский рывок, если ей позволит. Пока Кюлан ей перекрывает дорогу, Кюлан на спринтерских этапах классических периодически поднимает в финал, поэтому не удивляемся такому мощному финишу. Ольгу поздравляю с первым таким прорывом. С точки зрения перспективной дистанционных гонок дальше, это отдельно взятая батарея была очень неплохо в исполнении. Тихонова тоже прорывается в 20-ку, как Шевченко, лидер спринтерского общего зачета в этой гонке. Вынужденная за целую роль ведомых. Больше моя ждала Тесида, честно говоря, пока не попал даже в 20-ку. Стартовали все-таки вместе, без учета генеральной классификации. Это не было преследования. Физическое следствие давно было состояться, напоминаю, но не прошло из-за того, что не смели подготовить. Дальше вам обер по фигуру нормальный. Я вообще снова на пьедестале почета, и это, конечно, это вообще лучшие дни ее карьеры, за исключением, разумеется, тех дней чемпионата мира, когда она поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Дебют, это тоже видит. В очередной раз он состоялся, Кердю Нискен впервые просто на высшей ступени, на подиуме. Она еще никогда не была. Шестерки по три норвежские финки. Ну, сегодняшний день это отражение, наверное, ситуации с классическим ходом. Хотя далеко не все сильнейшие из наших все-таки здесь были. Не забудем об этом. Как это повлияло все вместе на общий зачет? А так что Астрид Якобсен счастлива вдвойне, она наряжается бигли-рогового зачета. И Осберг ловит сразу 35 секунд относительно ее. Жукова поднимается на 15-ю точку. Но здесь уже разрыв ого. Тем не менее, батарея полохи до Бяко. Так, полумарафон. Там это все может очень заметно все изменить. По крайней мере, Йохаук. Якобсен надо изолировать как можно быстрее, как можно юнее, если можно так сказать. Потому что последний подъем, там она, конечно, подает, скорее, Йохаук держится вопрос, что насколько подпустит. Запас нужен минуты, ну, не знаю, минуту минимум, а то и полторы. Ну а далее батареи на теннисных кортах, когда из холода в жару, что касается холода, то с этим тоже все в порядке, у нас холод будет. Послезавтра, завтра прямую на турнир 4 трамплинов и на турнирские обязательно после дня отдыха. Нужно дать возможность переехать. Ребятам и девчонкам нужно дать возможность симулятор все-таки тоже дух перевести. Становишь, покурить еще очень хороший подъем. Да спросите, чего делать.